если, конечно, дальше продолжит тренировать Эквадор. Но пока Эквадор производит очень приятное впечатление, во всяком случае, своей заряженностью на борьбу и своей самоотдачей. Подхватил мяч. Лагиев вошел в штрафную площадь. Можно забивать удар. Гол! 1-0 сборная Чили выходит вперед. Эдуардо Варгас. Эдуардо Варгас. 1-0 чилийцы выходят вперед в этом важнейшем для себя матче. И вот они, эмоции. Эмоции и Варгаса, и Вальдиви, который сделал голевую передачу. Ну и, конечно же, Хуана Антонио Пицци, главного тренера чилийской команды. Для него этот матч чрезвычайно важен. Хуан Пицци призывает не расслабляться игроков своей команды, да, долго не праздновать, потому что вся игра еще впереди. Пропускал мяч Вальдиви, ну и потом поборолся. Обратите внимание, казалось бы, уже захлебнулась атака, но поборолся Санчес, и Вальдивия делает голевую передачу. Идеальная позиция у Эдуардо Варгаса, не успели его накрыть. Ну, в этой ситуации Роберт Арбаледа. Ордоньес, он уже в штрафной, против него два, но здесь кто-то должен помочь. Разворачивается Ордоньес, низом, удар! 1-1! 1-1! Эквадор сравнивает счет! Фантастика! Фантастика! И это вышедший на замену, по-моему. Вот так вот! И вот сектор, тот небольшой сектор болельщиков сборной команды Эквадора. Какие эмоции в этой игре. Что-то невероятное происходит сейчас. Развернулся и выполнил передачу Ордоньес и Ромарио Ибарра, да, именно он появился на поле у команды Эквадора. Так, не успел за ним Исла. Да. Это Ромарио. Это Ромарио. В последнем месте. Можете себе представить? Не было нарушения правил. Удар! И спасает команду голкипер. И здесь все-таки на подборе. На подборе Санчес. Алексис, куда же без тебя? Вот так вот. 2-1. 2-1. Только что, казалось бы, сборная Чили. Так, что здесь? Здесь будут разбираться. Или... Ну, покажите нам повтор тогда. Считаю, что было положение вне игры у Санчеса. Эквадорцы. Бангера спас свою команду. А это вот, да, поле. Поле, про которое я говорил. Непонятно, что. А здесь или подыграл себе рукой Алексис, да. Поехала нога у Мурильо. Удар. Я на этом повторе не могу сказать. Не видно, честно говоря.